Всем привет, с вами Тёмный Ниндзя и Мир 4. Продолжаем проходить с вами сюжет. У нас следующая глава, секрет племени Мурхил. Вроде бы так. Может, конечно, и ошибаюсь слегка. Ну и двигаемся, что нас там ждет. Чеки, не чеки. О, сюжетный бой. Жалко таких тигрет-то. Тигрет-то жалко. Беленькие, красивенькие. В принципе, если вам здесь тяжеловато, можете просто бегать. И это Ара, наверное, да? Она сделает все за вас. Ух ты, ёшки. Ёшки мак. Ух ты. Тигр ген, ё-моё. Это опять над кем-то проводили какие-то эксперименты, что ли? А может, это был тигр Геннадий? Сокращенно. А нет, это была не Ара, это была какая-то другая девчуля. Возвращаемся к мастеру Самарте. Еще одна видеоставка, круть. Вытащили все-таки этого демона из портала, да? Или что это была стена? И теперь мы будем с ним биться. Воу. Все больше боссов приходит. Красотища, что? Красотища. Набивать. Набиваем. 50 мобиков. Мобы набиты. Едем дальше. Очередной сюжетный бой.
Если в той арке были чисто разговорчики и вставочки, то здесь уже нас радуют сюжетными боями. На самом деле здесь мобики не главное, главное убить типа полубосика. И тогда все мобики отваливаются. Снова видео вставка. Да ты смотри, что сюжет нас прям балует вставочками. Чем дальше, тем все интереснее. Он отправился в храм, мама. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Прикольно застряли. Набить 30 кусочков какого-то голема. Ну, значит, набиваем. Набиты мобики, едем дальше. Победить Чаора. Ну вот, давайте побеждать Чаору.
Ну, в принципе, обычный босс красной локации. Ой, красная локация. Красный босс на локации. Возвращаемся обратно к девчонке. Весь путь я не буду, конечно, показывать. Ее зовут Сая. Ну, на этом заканчивается еще одна арка сюжета. Надеюсь, видео было кому-то полезно и интересно. Ну, а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.